Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Накануне в самый морозный день в декабре на Чуйском тракте встал пассажирский автобус. В транспорте перемерзло топливо. Рейсовый автобус Новосибирск-Бийск сломался в 30 километрах от пункта назначения. По сообщению пассажиров, транспорт, выехавший на подмогу, тоже встал. Поэтому людям пришлось доезжать до Бийска на попутках. За последние дни это не единственное происшествие. Накануне сломался автобус с монгольскими гражданами под Рубцовском. В ближайшие дни сотрудники МЧС советуют водителям лишний раз не отправляться в дальние поездки. Морозы ниже 30 градусов простоят в регионе до конца недели. В понедельник температура по краю резко поднимется, в среднем до минус 10 градусов. Человек, который смог бы претендовать на должность так называемого политического вице-губернатора края, а на данный момент она все еще вакантна, должен быть опытным, желающим понять и постичь, готовым работать по 22 часа в сутки. Так считает Виталий Снесарь, заместитель председателя правительства края, руководитель администрации губернатора и правительства. Он не исключает возможности занять эту должность, если такое предложение поступит. Таким был его ответ журналистам в рамках пресс-конференции. Карьера моя вся в основном связана со службой, да? Вот. А нам, служилым людям, у нас нет вариантов раздумывать. Сказано, берешь лямку и тянешь. Пока стратегические решения, касающиеся внутренней политики региона, принимает сам губернатор, отметил Снесарь. Частью дел Виталий Владимирович продолжает заниматься, как он сказал, по инерции. Именно инерция порой мешает, по его мнению, перестроить свою работу многим членам правительства края, в том числе и в рамках заседаний. От нас Виктор Петрович требует несколько другого. Он просит нас, чтобы мы были готовы отстаивать свою точку зрения, вносить предложения и изменения уже по ходу изложения основного вопроса докладчика, потому что это общение, это должна быть живая такая материя, которая вот создается здесь и сейчас. Что касается работы со СМИ, то правительство намерено быть более открытым, тем более после того, как Виктор Томенко завел страничку в Инстаграм. Виталий Снесарь уверен, что многие члены правительства последуют примеру губернатора. У самого Снесаря, к слову, есть странички практически во всех социальных сетях. В субботу в Алтайском крае начнут выплачивать пенсии за январь. Выплаты поступят на кредитные карты тех пенсионеров, кто обычно получает деньги 8 числа, пояснили в региональном отделении пенсионного фонда. В новогодние каникулы банки не производят зачисления на индивидуальные счета, большинство закрыто, поэтому выплаты поступают заранее. Но есть отделения, которые в праздники работают, в них можно будет снять деньги. Те же, кто обычно получает пенсию на почте, сможет это сделать уже с 3 января. Правда, необходимо заранее ознакомиться с графиком работы каждого учреждения. За окном зима, и в эти дни мы начинаем больше ценить то, что делает нашу жизнь комфортнее, атмосферу теплее, а дружеские деловые связи надежнее. Оконная компания «Алькон» приглашает своих друзей, партнеров, барнаульцев и жителей края вместе подумать, что помогает нам преодолевать холод сомнений и трудностей, достигать успеха. Рынок пластиковых окон – один из самых сложных, конкурентных. В компании «Алькон» уверены, удержать лидирующие позиции удалось благодаря слаженной работе и стремлению двигаться вперед, развивая производственные мощности, способные обеспечить запросы самых требовательных заказчиков. Есть у нас свой проектный отдел, который позволяет нам быть всегда знать новинки рынка строительного, рынка архитектурного, и быстро внедрять их в наши технологические процессы, работать на благо развития систем энергосбережения, ну и, конечно, на благо наших заказчиков. В наступающем году команда «Алькон» настроена активно расширять границы, продолжать развивать отделы сервиса и продвижения. Это во многом ответ на слухи, что рынок пластиковых окон угасает, мол, старых окон под замену просто не осталось. Прошу обращать внимание не на слухи, а находить и отличать именно правду. Во-вторых, окна «Алькон» используются в зданиях любого типа и любого назначения. Опыт компании показывает и доказывает, что главное желание и главное действие. В компании «Алькон» верят, следующий 2019 год принесет удачу всем, кто вместе с ними планомерно стремится к успеху.
Спасибо всем заказчикам. Особенно благодарим постоянных дилеров компании «Алькон», которые на протяжении длительного времени доверяют нашей команде. Спасибо за то маниакальное упорство, с которым вы достигаете результатов. За такой же надежный и профессиональный монтаж алюминиевых и пластиковых конструкций под маркой «Алькон». Мы будем продолжать делиться с вами наработанным за 16 лет опытом. Уважаемые наши заказчики, наши дилеры и партнеры, поздравляю вас с Новым годом! Желаю вам здоровья, счастья, удачи в Новом году, чтобы все ваши начинания и мечты сбылись! Ну а теперь о погоде. Спешите сделать приятный сюрприз своим близким вместе с салоном «Азия СПА». Погрузите родных в минуты блаженства, релакса и оздоровления. Подарочный сертификат в «Азию СПА» – это отличный источник сил перед большими новогодними праздниками. В салоне «Азия СПА» вас ждут релаксирующие антистрессовые программы, уход за телом и лицом, различные виды обертываний и многое другое. За такие ощущения ваше тело скажет вам спасибо, а мир волшебных ароматов создаст настоящее новогоднее настроение. Морозы в крае сохраняются, но в некоторых районах немного потеплеет, без осадков. Самый холодный день ожидается в Алейске и Заринске до -28, самый теплый в Змеиногорске всего 18, в Камнино-Оби, Рубцовске 21, Нижний Алей, в Барнауле 28 градусов мороза. У меня все новости к этому часу. Телефон редакции в Барнауле 722-440. До встречи.